Два маленьких ребенка 9 и 3 лет погибли в жуткой аварии в Кстовском районе. Водитель УАЗа не справился с управлением, и его машина выехала на встречную полосу и врезалась в Ладу Гранта. В Ладе ехала мама с двумя детьми. Девочки сидели на заднем сиденье. УАЗик и Лада Гранта. И они столкнулись. Лобовое, в общем, столкновение было. У того и того не было передней части машины. Погода была плохая, видимость плохая вчера, видите, да? На дороге непонятно чего, возможно, их как-то и занесло, может, хотел вывернуть, но транспорт тяжелый, тем более в Игумново, когда спускаешься вниз в гору, они ехали в гору, он ехал с горы. Ну, родственники, да. А как самочувствие-то у мамы сейчас? Мама в больнице. В больнице? Да. Втроем, мама за рулем, девочки сзади. Ее прооперировали на сознание, ей сообщили. Я уже связался с папой этих девочек, вот, мы уже как бы с ним поговорили, да, действительно страшно. Девочка у нас училась в 3 классе, девочка училась хорошо, отличница, на доске почет висела. Я только сижу и говорю, как пережить? Нельзя такое пережить. Очень страшно прям. Ну, вы знаете, даже вот если 50 км в час ехать и врезаться в стену, это уже удар 3 тонны. Ну, вот смотрите. Кстати, в УАЗике тоже были дети. 2 ребенка 7 и 6 лет. Как сообщается, их доставили в больницу просто для обследования. Дети, сидевшие в Ладе, погибли. Возможно, что обе девочки не были пристегнуты.